В смысле тащи? Я всегда тащу. Сейчас будет Хоуи. Давненько на канале, кстати, Хоуи не было. Ни на стримах, ни на Ютубе. Это намек на то, что это должно быть превью для Ютуба. Поэтому, если что, лайки ставим. Кто любит Смайт, то деда поддержит. Подписывайтесь. И погнали смотреть. Погнали смотреть. Угу. Так, так, так. Хоуи. Значит, Хоуи, да? Мы пойдем вот так. Так, и это еще и АДК, мой мейн. Да вообще, пф. Я сейчас, короче, я прям сейчас жестко буду. Сейчас будет жестко, чат. Ту-ту-ру-ту. Так, я надеюсь, Фанич, ты хорошо на кепре отыграешь. Кто не любит смайт, ставим дизы. Я вам поставлю, блин, дизы. Так, демонический Хоуи, да, у нас? No one sneaks upon me. Так, погнали. А что с музыкой? А что с музыкой? У вас есть музыка, у меня нет музыки. Что не так с музыкой опять? Все любят смайт? В смысле? Да, буду Бёртон, наверное. Музыка вырубилась? А, она зависла, поздравляю, чат. Не забери, пожалуйста, мой баф. Спасибо, Фанич, спасибо. Сейчас подождите тогда, либо отвесить, либо я перезагружусь просто. И... ну, все будет, чат, все будет. А, понял. У них плюс капа, плюс зачистка лучше. Ну, они при всех раскладах чаще... Ну, смотри, Кузенба у них, кстати, умный. Кузенба у них очень умный. Он кидает капу мне. Потому что она прилипает к АДК. И, ну, вы понимаете, да, что происходит? Бабушка учила не хвастаться. Но сегодня я сделаю исключение. Ля, Бэрил, ты шо? Спасибо большое. Еще и с комиссией, дядь. Ты шо, разбогател, что ли? Спасибо, спасибо. Так, дамажим его. Новый топ дня и топ месяца, да, да. Можно Бэрилу любовь дать, сердечки отослать. Так. Пока все нормально, но пока мы не инициируем замес, но хотя бы могли, хотя могли бы. Так, 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 тихо, 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 мой маленький. Пока 0-0 идем, кстати. Вторая минута, и удивительно, еще никто не помер. Это прям... Да я так, братик, я просто подамажил. Вот Кузенба мне нравится, но вот его шипы вот эти вот вообще не нравятся. Они же вообще урон как бы не этот... Не возвращают толком, я хз. Особенно на первых уровнях. Я его дамажу, чтобы он особо не лез. Я его дамажу, чтобы особо он не лез. Бэрил, ты хоть сообщение бы написал там, не знаю, какое-нибудь. Ой, плохо. Фанич, плохо. Хорошо, Фанич, все хорошо. Так. Пока вроде нормально идем. Это забавно. Наша задача их дамажить так, чтобы они не лезли. А моя задача как можно быстрее выформить сапог и трансценденс. Yes.
Хорошо, хорошо. Надамажили все, все хорошо. Здорово, здорово. Спасибо, ребят, спасибо. Все, кто рад стриму, спасибо вам огромное. Пойдем, 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 Фанич, все нормально. Вопрос, что лучше, апнуть сначала Трансценденс или взять сапоги? Наверное, все-таки Трансценденс. Братик, отвел жирного моба. Ну ладно, нормально, нормально, нормально. Так, у меня есть ульт теперь. Я дальтоник? Нет. Хороший Локи, хороший. Обновим бафчик, я обновлю. Хочешь возьми, хочешь возьми, если надо. Лапками будешь быстрее бить. Ага, ага. Ладно, ничего. Бывает, бывает. Я пойду мид помогу, пойду мид помогу. Вдруг получится, вдруг получится, чат. Okay. Давай, 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 давай. No. В смысле, ну, не надо? А, вот он и ульт. Да? У меня опять мышка на чат залезла. Опять мышка на чат залезла, я не понимаю почему, вы видите, да, вылезла программа. Так. Так. Здорово, здорово, Стимгрен. Нет, на Персифоне я не особый игрок, конечно. Блин, ну не хватило, конечно, ладно. Ладно, 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 ладно. Так, так, так. Be careful. Зря ультил, конечно. Зря ультил, наверное. Вообще бесполезно получилось. Ра у нас хороший, кстати. Они, наверное, в пати доиграют. Есть такое подозрение у меня. Это с прошлой катки Ра, чат? Ладно, мне надо фармить, мне надо фармить. Мне тоже Персифон не совсем понятно. Я не... Блин. Я не совсем фанат Персифона. Да, пожрать бы, конечно, не помешало. Стреляй более метко, Д. Спасибо большое. Спасибо за соточку, Джей. Помоги. Ой-ой-ой-ой, Фанич, спасибо, спасибо, спасибо. Как же я им дал урона, и как же ты меня спас, дядя. Спасибо огромное. Вот это была пушка. Вообще имба, вообще лютая какая-то. Не знаю, можно лайк поставить, подписаться на такой. Вообще, вот это мув был, да? Персифона имба. Персифона имба, но на ней нужно уметь играть. Я не умею на ней играть. Мне непонятны ее цветы в замесе. Типа, чтобы они... Ну, чтобы она полностью раскрылась, они должны быть как бы второго уровня минимум для замеса. Вроде бы это можно пофиксить прыжком, да? Ну, короче, она неудобная. Персифона очень сильный маг, но на любителя. Почти убил его, брат. Был бы чуть-чуть больше урона. Такой милый хижу. Но мне неудобно. Мне, я же говорю, мне неудобно. Мне. Ребят, спасибо за донаты. Спасибо, что поддерживаете. Дай вам бог здоровья, правда. Я так рад, что вы вообще присутствуете на моих стримах.
Жалко, что только на смайт, конечно, приходит в основном, чаще всего. Но я все равно чувствую вашу отдачу в роликах, в первую очередь. Потому что роликов стало смотреть больше людей, кстати, о птичках. Вот, и оставлять комментов стало больше. Вот, и на стримы все равно приходят люди, как бы, я рад, я рад. Офигеть, сколько крип, ты посмотри, ля. Первый раз на смайт попал, но потому что сейчас у меня в смайте затишье, я от него немножко отдыхаю. Я открыл для себя Valorant, да, как многие, наверное, сейчас стримеры, но открыл его не потому, что он на хайпе, а потому что я его давно ждал. Вот, поэтому, да, поэтому сейчас на канале можно часто встретить именно Valorant, а не что-то еще. Блин, да что ж такое? Чё ж она то с Аегисом, то с ультой, чё ж за дичь? А я тебе сразу говорил на группу, подпишись, там есть уведомления. Ладно, надо Локи засейвить. А, ну он линию просто чистит же. Мне выпал Valorant. Хорошо. Я понимаю, что Ward here. Мы, кстати, с Локи убьем, у него есть ульт. А, я успевал и так по времени. Пройди-то за безопасный бой. Completed. Как я не успел? Ай-яй-яй, ой-яй-яй, два раза не попал, ну как так? Такой рикошет был, я все прочитал, чат. Я был уверен в своем рикошете, лол. Давай, его тяни, его... Хорошо, хорошо, Фанич, хорошо, дядь. Как же он сейвит? Как же он сейвит, господи. Так, я иду вообще 0-0, 11 минута, 5-0 мы выиграем. А кто 5 киллов взял? Чак, Локи, Ра. Красавчики. Так, 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 так. Ладно, пока фармим. Анхур на 2 левела нас опередил, он убил кого-то? Нет, он умер даже один раз. А как так? Хорош Локи, Локи вообще имба, красавчик. Так. Как же мне потягаться-то с ним? Это трап. Нет, рано. Да а чё лефт? Он же пошел в мид. Он в мид пошел, нет? А что такое? Что случилось? Unfortunate indeed. Ой. Так, нормально. Первый киллечек пошел, чат. Incoming.
Даже Даймонд Бакасура не знает, что делать. Даймонд Бакасура. Здорово, Груш, здорово. Ну шо, как там твои машины поживают? Я часто захожу на стримы, блин. Он у меня на фоне стоит, и я не отписываюсь почему-то. Ленивый, наверное. Но я и вчера смотрел, и все такое. Пока не особо смысла не понимаю, но там, видимо, как этот... Как Евротрак-симулятор, да, или как он там? Выглядит забавно, кстати, выглядит забавно. Тут ничего не могу сказать. А мне ключ от руны прислали второй, который в Epic Store тоже. Я вот хз, надо ли ее вообще стримить или нет? А, может быть, один выделю какой-нибудь стрим под нее. Хорошо, очень хорошо. You've done well. Be careful, middle. Enemy missing left. Enemy ultimate down. Давай, Локи, братик, держись там. Thanks. Retreat. Out of mana. Как же плохо там все, как же там плохо все, юзай в себя. А у тебя нет ульты. Ну и в себя как юзнуть-то. Ууу, хорошо. Дабл килл. Вообще замечательно. Та ты шо, ля. Хорошо было, вкусно. Юзай в себя, да как? Ты на ультрах смайте, да? Это ж не требовательно, конечно, на ультрах, ребят. Еще пачка, да, идет? Еще пачка идет? Бу-ху-ху-ху. Так, почапали, почапали. Так, давайте за отхилом все-таки, наверное, потому что... Да не, отхил не хочу, хочу вот так вот. А, так посмотри, вообще имба сейчас будет. А, вот так вот, посмотри, я как апнул себе. Уф. Ты все-таки был прав? Да, я знаю, что я был прав. Блин, не взял, Гастон, из-за тебя, блин. Да, мне тоже кажется, что шляпой будет руна. Но надо проверить. Надо проверить все-таки. Не просто ж так они присылают, правильно? А тоже этот. Ну, обидно им, наверное, будет. Мне очень много просто ключей в последнее время что-то стали присылать. Я просто во все не успеваю играть. Вот сегодня посмотрим новую игру, кстати. Нуарчик там какой-то, вроде как нуар. Здорово, Лолибомб. Вот. Под Киберпанк закос, кстати, игра, по-моему, но выглядит очень годно. Вот мы сегодня ее посмотрим. До этого мы смотрели на стримы Endzone, смотрели Dead Sight, это все, что мне присылали. Очень много ключей присылают. Что? Как я замиссал-то, алло, вот сейчас-то? Я еще не миссаю в таких случаях. Да, да, Груш, да. Привет, Вакилайк, привет. Ребят, всем привет, рад вас всех видеть, правда, честно. Очень соскучился, если честно. Ну, а завтра опять Valorant. Там запустили рейтинги. Ну, как бы, понимаете, да, родненько. Ой-ой, как же мне больно было. Ну, я умер тут. Ютуб очень сильно качество жрет, ребят. Сегодня, кстати, не забывайте про розыгрыш Хель. И, кстати, если, ну, как, опять-таки, я повторюсь, если этот ролик выйдет на Ютубе, и кто его будет смотреть в записи, не забывайте, что на стримах мы разыграем ключи
от скинов, от игр Steam. И сегодня будет, кстати, игры 2-3 постараюсь вам разыграть разных. Для сабов отдельно, отдельно для зрителей. Поэтому, ну, вы знаете, что нужно делать. Это ранкет, да, это ранкет. Нужно ставить лайкосики и подписываться. Я буду очень рад вас всех видеть. Да, это ранкет Wikileaks, но очень низкий ММР, я даже не знаю сколько, честно. Я его так насливал жестко, я же сейчас мало играю в Smite. Вот, поэтому играем не на рейтинг, а просто хочу хорошие игры, хочу получить удовольствие, чтобы вкусно было, понимаешь? Вот. Чтобы я кайфовал, как говорится. Ну и чтобы вам было приятно смотреть. Я устал, если честно, за рейтингом гоняться. Я особо за ним никогда... Особо за ним никогда не гонялся, но, типа, не знаю. Ай, да ладно. По-другому и быть не могло. Спасибо за подписку. Покажи, что Локи... Сейчас покажу. Локи у нас хороший. Да-да-да, я забываю, Джей. Спасибо большое, что подсказал. Все, на базу за реликом. Локи что собрал... Такой вот у него билд. Кстати, Локи через криты идет. Уже вторую катку подряд. Ну, такое. Локи через криты. Я не фанат Локи через криты. Валорант уже рейтинг включился. Чего? По поводу чего ответить? Домой, я говорю, ё-моё. А шо по поводу розыгрыша? Или вы про чё вообще там говорите? Сейчас, я просто припотел тут немножечко. Блин, жалко, нельзя стилить эти штуки. Что решили насчет розыгрыша? А что насчет розыгрыша? Какого розыгрыша? Не понял. Вы что-то решили насчет розыгрыша без меня? Как же мы объективы позабирали? Очень много объективов забрали. А, я понял, вы там про свои эти штуки, про это, да, про тачки. Я понял, все, я понял. А то я думал, ты про меня, типа, что-то там, что-то я там, что-то это, то, что-то там, ну, вы поняли. А я думаю, что, я-то ничего, а вы там что? Ну, в общем, хз. Но я за розыгрыш, ребят, конечно, разыгрывайте там, ха-ха. Давай, Берил, спасибо за донат, дядь, спасибо тебе большое. За сегодняшнюю поддержку. Типа выиграет у тебя кот и потом разыграет. В смысле, не понял. Кто выиграет, не понял. Кто разыграет, не понял. Что-то мне не нравится эта схема, алло. Be careful middle. Анхур пойдет, че нет? Не пошел. Он пойдет своим помогать. Объяснение, которое мы заслужили. Да я сам не понимаю, як. Если бы я сам понимал, я бы вам объяснил. Так. Все, ребят, можете не переживать, я с вами.
Братик, спаси! Ай! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот этот рок, блин, юрок, рили, рили, прям рили отвечаю. Ай, не застрелил! Не достал, просто не достал. Господи, вот это криты вы видели. Я и хилюсь, брат, а ты нет. А, ты хилишься, ё-моё. Да чё ты лезешь ко мне сзади-то, алё? Здорово, ребят, здорово. Декстер, здорово. Нифига, какие старика на стриме сегодня зашли вообще. Хорош, хорош, Фанич. Смотри, она просто ультанула, блин. 20 минут каточки показательно. Насколько я все-таки сильный хуй, чат. Насколько же я сильный хуй, господи. Дай мне бог здоровья. Я всех распилю сейчас. 25 минут кайфа. За что можно, конечно же, лайкусик поставить, вы же понимаете. Эй, эй, 25 минут, я же сказал. Все, 25 минут. Мы не закончим. Мы не закончим. Не закончим. Да, ребят, все хорошо. Спасибо большое. Я рад вас всех видеть. Ай, как плохо. Нужно дальше играть. Могли кузен бы добить? Да фиг с ним. Я хотел закончить, типа. Локи, кстати, может. Локи может, кстати. А, ну все, они теперь будут дефать, они ему не дадут теперь. Понимаю. На фразе мы не зако, повис стрим и все мертвые. Так, повис стрим или все мертвые, не понял. Что-то обман чую в твоих словах. В смысле, как нуб поступил? Не понял. А что я сделал, как нуб? Понуро, скажи мне. Не понял, не понял. Вы, главное, лайки ставьте, чат. Вы что? Куземба часто ультует? Ну, у него эти собраны КДР. Этот... А, даже так. Ну такая вот хорошая катка была на хуи. Давненько хуи не было, можно и на YouTube залить. Поэтому я жду лайков и комментов от вас, ребята. Очень соскучился по вашим комментам. Угу.